один человек. Человек, ты против? Все нормально. Что вы сразу так начинаете меня пугать? Знаете, как у меня потом видео будет тихое? Доброе утро. Мы сегодня первый день в универе. И абсолютно случайно мы взяли один и тот же курс. То, что украинцы любят быть вместе. Вот так вот эта аудитория. Пришла еще одна студентка. Мы еще не выбрали наши курсы, у нас есть 3 недели, чтобы их выбрать. Вот так. Предмет взял штук 8, кредитов должно быть 28, но один из них не состоялся на 4 кредита, так что пока 24. 24. Потом посмотрим. Приехал, чтобы поучиться, импровнуть мой инглиш. Я не играю. Приехал поучиться, сравнить, типа, что там, что тут. Я приехал учиться. В смысле? Ты приехал, потому что я тебя заставила. Саша, а зачем ты сюда приехал? Я приехала узнавать новых людей, учиться и путешествовать. Уже прошло 15 минут пар. Прошло 15 минут пар. И тут все тихо. Никого. Не то, что препода, а студентов. Первая пара. Короче, прошло уже, наверное, сейчас скажу, 35 минут, даже почти 40. Препод не пришел. Не знаю, здесь везде, походу, сейчас идут пары. Но почему у нас не пришел препод, я не знаю. Отличное начало учебного года, просто капец. И так уже 2 недели прошло, как мы ничего не делаем, кроме манту. Вот так еще раз выглядит корпус. Существует с 2004 года. То есть до этого университет располагался в самом Люксембурге. Джонни рассказал так, что это были раньше какие-то старые заводы, их закрыли, и на этом месте построили вот университет. Эти сооружения остались как элементы какого-то декора. Вижу такие кабинки. Где... это здесь. И ничего не вот прям новенькие. И так, ух ты. Это отдельный маленький кабинетик, где есть экран. Вот, прошу. Мисс Марвел. Отлично, первая пара, полно впечатлений, учиться трудно. Как сказал мне мой одногруппник, как начнешь семестр, так вы и проведёшь. Вот именно, но мы сделали ответственно, мы пришли на пару за 15 минут, и мы очень ответственно сидели, слушали. Посмотрим, мы сейчас идем на вторую пару. Ух, день продуктивный, давай.
Как всегда, вот эти пацаны, все назад да назад. Roman, you're from Belgium? I am, yes. Yeah? Okay. Yes. Что-то новенькое, горячее ощущение. Так, что у нас тут есть? Хлеб непонятно сколько стоит, я французский не знаю. Такое что там? Какие-то овощи, салат. Кускус! Это кускус, кстати. Do you have fish? Fish, yes. Yes? Somon. Somon, yeah, yeah. Okay. This. Nacho and fish. Thank you. Вот какая вкусная рыбка. Мариус, хай, хай. Это Мариус с Молдовы, правильно? Да. Что ты учишь, компьютерные науки? Нет, я учу экономику. Экономику. Мне 18 лет, есть еще дело. Хорошо. Учусь здесь. Хорошо. О, thank you. It's rain, it's okay. Okay. Русский. Румынский. Русский. Английский. Английский. Французский. Учишься на французском? Да? День. А, день. Одет. Мы с тобой, нога в ногу. Меня обманули. Почему? Что тебя взяли два раза больше. Почему два раза? 360. Так скажи им. А шо, как? Они не разбираются. Сказали идти обратно в универ. В универ? В смысле универ? Поменять карту снова. Я не поняла. Боже, смотрите, вон моя еда, кстати. Интересно, сколько она стоит. Все, перестань, я поняла. Боже, перестань, пожалуйста. Что она делает? Почему она вибрирует и орёт? Ну перестань, стопэ. Pour la demoiselle aussi. Так что, типа из-за того, что карта бракованная? Спасибо, приятного аппетита вам за 8 евро. Это очень вкусно, рыбка просто вообще офигенная, мне очень нравится, очень вкусно. Если она потом будет стоить 3,50, то это супер. Саша, как она, вкусно? Да. Вкусно, тебе нравится? Владусик, тебе нравится? Главное, что тебе нравилось, бусинка ты наша. Не, за 8 евро это мне нравится. За 8 евро это просто потрясающе. Спасибо большое, спасибо. Марица пицца. Ты представляешь себе? Ну
задаток, нас запросили. Да, и все, забыл самое важное. Я подушек, ты же не снимай, как я ем. Я чуть-чуть поснимаю. Или 15. Влад тоже расстроился, я расстроился. Потому что, а что это такое? Ну ладно. Так, а что здесь тебе положили сюда? Честно говоря, не знаю. А сколько ты заплатил? 8? А я еще 9 заплатила, реально непонятно за что. Да, салат там с краю лежал, может они тоже мне его заплатили? Я вам говорила, что Люксембург это место, да только снимают деньги и ничего тебе не дают. Я не можу в Франции снимать, не можу в Бельгии снимать. Чего? То що тоді мені не тут резиденс прийняти. Я все своє життя навчаюся на комп'ютер сайенс. Всі 4 в КПІ і ще один в КПІ паралельно в Люксембурзі. Вирішив залишитись, тому що ну, типу, не Україна. Важко поступити? Ні. Ні? Приділяють увагу на твоїм оцінкам по математиці. Якщо в тебе були низькі оцінки по математиці, вони просто скажуть, що йо, братан, ти чітка не тягнеш. Не знаю, пішли вони на свою пару чи ні, я йду на пару по англійському, там я треба вчитися писати есе. Тільки що вийшла з моєго англійського, вот. Там був тільки тест, нормально написати тест, нам потрібно було написати есе, і на цьому все. Ну, я не ожидала, я ніколи не вчила такого англійський такого уровня, а останнє там дали нам стих, такий він був длинний, вот. І потрібно було написати на нього есе, виразити, що цей стих означає для автора, як він зв'язаний з сьогоднішніми тенденціями і проблемами. Це було дуже непросто, я ніколи до цього такого не робила, мені ніколи не приходилось писати есе на такі теми. Правда, я сначала первую минуту даже не знала, что написать, просто на русском не знала. Но это будет сложно. Это будет сложно, но я думаю, что я буду все равно посещать. Потому что даже если я не сдам экзамен и пишу плохо эти все эссе, это не важно, потому что это никак не будет относиться к моей программе. То есть, ну, не получу кредит, и таки будет. Ничего страшного. Нужно уметь писать эссе, нужно уметь выражать свои мысли, нужно уметь, надо увеличивать свой словарный запас. Поэтому я буду, скорее всего, ходить.